Всем привет, дорогие друзья, с вами Вавин Дима, и мне пришла очередная большая посылочка. Смотрите, вот такая вот большая посылочка. Так, и давайте посмотрим, сколько у нас стоит. Стоит она у нас $5, и весит у нас 339 грамм. Вот такая вот посылочка. Так, и давайте откроем. Вот такой вот рюкзак, смотрите, прямо офигенный. Так, сейчас будет на колонне. Вот. В принципе, он хороший, это, упаковка была хорошая, и все хорошо было. Вот смотрите, вот такой вот он. Офигенный, смотрите, какой он классный, смотрите. Все прям хорошо, прям, только тут как... не-не-не, это как будто пушок был. Все прям, ничего даже не поломано, только застежка что-то как-то... И еле-еле. Тут все хорошо сделано. Ну, как вам сказать, из Китая. На рынке тот самый можно купить. Тут у нас все застегивается. В принципе, он довольно быстро, очень даже пришел. Очень быстро он пришел к нам. Очень. Спасибо продавцу за это. Тем более, блин, такая быстрая доставка. Это вообще за 12 дней. 12. Я в шоке. Такие, блин, посылки редко бывают. Так. И давайте... ну ладно, проехали. Я все скину в описании, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Я все скину в описании.